Всем привет, ребята! Если вам нравится Pixelmon, то ставьте лайк. И не забываем то, что если мы наберем 200 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня в 7 часов по Москве, ровно через 9 часов после того, как выйдет эта серия. То есть, если мы наберем 200 лайков за ближайшие пару часов, то новая серия выйдет еще сегодня. Я благодарен вам за каждый лайк, за каждый комментарий, который вы ставите, за то, что вы принимаете активное участие в комментариях и обсуждении нового видео. Но, ребята, не забываем, если вы хотите новую серию, то поставьте лайк, и новая серия еще выйдет сегодня. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. И, ребята, в предыдущей серии мы взяли себе новенькую команду, точнее, Виннипет, Манки, Кранидос, Иви и Стантлер. И Сандил, да. И, кстати, действительно, что-то я не то взял. Нам нужно водный камень взять, вот он. Так, и вроде все. Так, ладно. Ребята, давайте-ка мы потопаем на наш остров. Хотя нет, какой нафиг остров? Остров, если у нас еще нету... если у нас еще нету вот этого, как его, темки. Нужно себе темки купить. И тоже собрать тростник, чтобы сделать себе... Угадайте, что... Ну да, понятно. Понятно, что сахар. Потому что без сахара... Тоже не будет раркенди. Конечно, сахар намного легче достать, чем глустон. Ну, в принципе, глустон тоже не так уж и тяжко, но все же. Опа! Никто не потоптал. Походу, не... А что тут пропало? Не знаю, может, я забыл посадить. Так. 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 Сразу, ребята, тут стоим, чтобы, если падало воду, то мы сразу поднимали. Так. Вроде никто не потоптал, хотя бы сейчас никто не потоптал, а то есть тут такие всякие. Последний раз я вообще тут Дроузи застукал, который тут хотел картошечку стыбзить. Да харе кушать, ты голодный. Который хотел... ну, в принципе, мы голодные, да? Ну ладно, но сырую картошку как-то не очень кушай. Так, вот, отлично. В предыдущий раз, ребята, я тут Дроузи застукал, а нет, все же кто-то да потоптал тут твою... Наверное, опять Дроузи вернулся и натоптал нам тут. Оп. Опа, и там... А ну, а там? Ну, там вроде не потоптано. Так, вылетаем отсюда. Больше нам ничего не... Ну, в принципе, еще собрать нужно, но давайте... Сначала это сюда. Ой. Сюда. И собираем вот это. Быстренько, ребята, собираем. Тут уже давным-давно все дозрело. Так, и вот тут, отлично. Быстро, 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 быстро. Тут, в принципе, небольшая такая плантация, но все же больше нам и не нужно. Зачем нам больше, если, в принципе, это и хватает? Такой у нас, не знаю, что это сарай или что, такие плантации. Так, что дальше, ребята? Что дальше, что дальше, что... что? А, ну, в принципе, сначала давайте вот это поставим, пережариться. Это сюда. Еще вот так, это сюда. Потопали дальше. Темки, да, нам нужны темки купить. Виннипет. Я не знаю, ребята, на него можно изучить Six Scissor? Вот это я, если честно, не знаю. Нужно посмотреть. Манки, ну, ой, не то. Ну, Иви, Вапорион. Сурф, потом Стантлер. Фиг его знает. Сандил. Energy Ball, мне так кажется. Да, Energy Ball и Earthquake. Но зачем Earthquake, если мы можем Energy Ball? Какой Energy Ball? Shadow Ball. Energy Ball. Стантлеру я не знаю. Кранидус у нас Earthquake. Потом Monkey не знаю. Виннипет. Ну, давайте купим. Стантлеру я, ребята, не знаю, что мы можем ему изучить. Hyper Beam. Давайте попробуем. Потопали. Кранидус. Первый уровень. Ну, в принципе, да. То есть больше они не спавнятся сразу же. Когда ты их делаешь. Ну, пока что не может. Или вообще не может. Так, Манки нам не нужен пока что. Кранидос. Эртквик. Иви. Давайте уже, ребята, Иви эволюционируем в Вапориона. Пускай уже будет эволюция. И как раз сейчас ночь уже настанет. И как раз, ребята, мы уже пойдем домой. Ну так какие нафиг домой, мы что, не дома? Точнее, пойдем спать.
Как раз пока мы изучим вот эти темки, уже будет ночь, и мы сможем пойти спать. Вот, ребята, Вапурион. Так, вот он. Отлично, ну, в принципе, давайте изучим ему. Вот так, потом... Ну, Стандлеру я, ребята, вообще не знаю, что мы можем ему... О, ну, Эпербим. Не могу я ему Эпербим... Ну, ладно, это такое, то есть я не знаю, что мы ему можем изучить. Это же Стандлер. Может, потом сам что-то нормальное изучит. И Шадоболл я не могу изучать, хотя он Дарк. Ну, наверное, может, на следующей его эволюции. Ну, как раз, ребята, ща ночь. Быстренько, быстренько топаем домой. Ох, как бы еще Райквазу найти. Райкваза, появись где-то в небе. Без спауна, просто появись. То есть не пиши в чате, что ты появилась, а просто... Просто появись и все, мы за тобой быстренько полетим и словим. Чё ты такая? Никакая. Не хочешь ловиться. Райкваза, Райкваза, ну словись ты, ну появись хотя бы ты. Нет, вот, я же написал Райкваза, чё ты тупишь? Спамься уже. Эх, ребята, нам ещё её искать нужно будет, или как? Потому что без неё, в принципе, мы сезон не закончим. Потому что ее у нас не хватает. Но, как мне написали, что она вроде в этой версии была баганая. То есть, она или то ли не спавнилась, то ли еще что-то. Но, короче, она была баганая. И что-то в этой версии не так. Поэтому я не знаю, ребята, сможем ли мы ее вообще словить. Но потом увидим. То есть, ладно, пока что. Пока что, ребята, давайте-ка мы будем дальше прокачивать наши команды. Это, ребята, уже так. 5, 10, 11, 12. Это 15-я команда и по счету, ребята. То есть нормально, нормально. Если вот эту команду мы берем, то у нас уже 3 ящика будет заполнены. Что, в принципе... Ой, что... О, окей, как раз так напекнулись. Диглет, не? Солрок. Чё-то мне на Солрока в Шайни как-то не очень. Это уже, ребята, 3-й или 4-й Солрок Шайни, которого мы не можем слоить. То ли он... пропадает, то ли мы его не находим, то ли он где-то спамится, но я его не могу найти, то ли он, не знаю, то он еще пропадает, или как это, багом нас выкидывает, короче. Сколько раз я находил Шайни, мы находили Шайни Солурока, но ни разу его не словили. И где он, я себе тупо не представляю. По сути дела, мы бы его уже увидели. Но его тут нету. Может там где-то? Но там нету прохода никакого. Я говорю, ребята, мы сейчас тупо не успеем его словить, да и все. Ща, давайте хотя бы на него встанем. Ну, в смысле, вот тут. На карте хотя бы. Опа. Ну, ты где-то же тут. Ну, чё ты, Солрок, как-то не Солрок. Да, логично. Ну, где ты? Где-то вот... Вот... Не знаю. Ну, то есть, понятно, что он не в этом... Не в стене. Ну давайте где-то вот тут. О. Только не пропадай, не выкидывай нас. Ху. Ху. Солрок. Мастерболом мы тебя вряд ли словим, 46 уровень. А кем-то мы тебя вряд ли сможем покоцать. Потому что мы взяли новую команду, которая 5 уровень. Поэтому, ребята, да пофиг. Пускай залазит в этот, в мастербол. Какая нафиг, ребята, разница, если нам уже даже некого ловить. Вот только Шайни и Райквазу. А, о, Покедекс на 80% заполнен. Бред какой-то. Так у нас же есть Солрок. То есть, есть обычный Солрок, не Шайни. И сейчас мы словили Шайни Солрока и почему-то написал, что Покедекс заполнен. Бред какой-то. Я не знаю, ребята, почему, но... Ну, ладно, то есть нам еще, точно, ребят, нам еще Мьюту нужно будет сделать, заспавнить Порygonов, поэтому Мьюту, 2 Порygona или сколько там, как раз 3 Мастербола. На Райквазу это уже потом как-то может, так, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда.
И что, ребята, потопали? Хотя, кого первого прокачивать мы будем, я не в курсе. Я не знаю, ребята, кого. Какие атаки у тебя есть? Poison. Давайте, наверное, знаете, кого, ребята, мы первого будем? Мекронидоса. Как бы это странно не было, то, что он первый уровень. Но у него есть Earthquake, и это, в принципе, отлично. Конечно, с 20 уровней... Да чё ты? 20 уровней он не сможет убивать, но таких, как там милтанки с 5 уровней бегают, он сможет убить. И, в принципе, вот даже Одиши и Марипов, он первый уровень, поэтому не нужно нападать сразу на каких-то больших уровней. А вот как раз вот Марип, например. И Эрдквиком. Да, конечно, он нас тоже сможет сейчас легко убить, потому что, в принципе, Кранидус у нас первый уровень. Но все же. Ну, вот видите, ребята, поэтому нужно сразу, наверное, менять на того же Вапуриона, мне так кажется. Поэтому сейчас, ребята, как-то мы по-другому сделаем. Ну, давайте Одиш, да? Одиш и, например, Виннипет. Я не знаю, сможет ли он что-то делать, например, Poison. Poison будет каждый раунд что-то сносить, поэтому Пурсит. Пурсит ничего не сносит. А вот это... Ну... Ну ладно, пускай сносит, а то он нас уже сейчас убьет. Давай манкием. Манкием. Давайте манкием попробуем. Чё-то... О, манки тут нормально. А как раз же вот эти... Как они? Боевые покемоны как раз нормальные на бишарпах, поэтому потом будем и манки, ребята, на бишарпе качать, мне так кажется. Ну, он быстрее хилится, чем мы его бьем. Арбук, ты там на нас не нападай, не нужно. Ух, нифига себе, куча уровней. Да, и как ты хочешь, чтобы мы тебя убили? Хотя бы дал убежать. Так. Кранидос. Вот Кранидос, ребята. Один покемон там. Кто? Одиш. 15 уровень или какой? И Кранидос уже 6 уровень. Ну да, лучше, конечно, действительно сразу просто менять на Вапуриона, да и все, не париться по этому поводу. Потому что вот таким способом мы Кранидос еще долго будем качать. Ну вот Милтанка 5 уровня он спокойно убьет. И Милтанк нас не убьет, мне так кажется. Да, Милтанк нас не убьет. Поэтому на начале можно и на Милтанках прокачаться. Так, вот Кранидос уже 7. Милтанк, иди сюда. Ну все же, давайте тоже на Вапуриона будем. Это такие, знаете, ребята, первые уровни, где, в принципе, тяжело качаться, мне так кажется. Поэтому я даже не знаю, на ком нам нормально прокачиваться. Вот, например, на тебе. О, на тебе нормально. Опа, ну давайте уже перестрахуемся и сразу кидаем Вапуриона. Так, отлично. Кранидос 9. Пласл. Ох. Ну да, тебя мы убьем, ты электрический, поэтому... Отлично, ты еще опыта. Так. О, еще одна атака. Отлично. Ну, кингер. Куча кингеров, которых я бы убил. Было бы... Были бы мы хотя бы какой-то большой уровень. Так, Magikarp. Ну, зря, наверное, тебя кинул. Ну, хотя бы все там. Мы тебя убьем. Отлично. Сюда, быстренько. Кранидос уже 11-й, то есть ему я не знаю до какого нажать. Ну, хотя бы до 20-го, чтобы его не убивали с каждого от второго или третьего удара. Так. Вапурион. Ну да, Вапурион еще тоже не прям. Давайте Виннипедом. Виннипедом. Так, отлично, нормально. Так, парочку уровней дала. Ху. Виннипед. Кого бы убить? О, точно, шелдеры. Ножи шелдеры, ребята, еще есть там шайни. Ну, не шелдеры, а шелдер. То есть шайни один. Так, о, я там вижу кучу боссов. Но я не вижу способа, как мы их можем убить. То есть Марип. Ну хотя Марип 22-й, поэтому не так уж и много. Это же зависит... Опа, нифига себе. Это же зависит от уровня покемона. Какой будет вот этот босс. Это же зависит от уровня покемона. Поэтому, в принципе,
мы его смогли убить. А вот второй это или летающий там, или фиг его знает, или водный, потому что он уже, ой, уплыл. Не хотел я убегать, случайно нажал, но ладно. И еще раз. Отлично. Кранидус 14-й. Вот этих можно чурок маленьких поубивать быстренько. Они 15-е, и мы их убиваем с двух ударов, поэтому нормально. Так, и они нас, в принципе, где-то так, ну, с двух не с двух, но все же тоже быстро. Так, еще раз. Отлично. Пунита. 18-й уровень. Ну, в принципе, да, тебя мы тоже убьем. Отлично. О, тикдаун, отлично. О, хэдбат, это у нас фокус энерджи. Вот так изучим. Да! Ты что, издеваешься, что ли? Так. О, и Шани заспавнился, нифига себе. А кто? Старли. У нас же есть, мы же вроде прокачивали Шани Старли, поэтому не вижу смысла. Так, Кранидос. Ты 15 уровень, тебе бы еще хотя бы 5 уровней, было бы зашибись, но не так-то и просто на таком маленьком уровне тебя как-то прокачать. Не убивай, пожалуйста, будь хорошим. Будь хорошим, Арбок. О, какой Арбок Эконс. Так. Да твою мать, ты что, издеваешься? Я опять случайно нажал. Ох, ну ладно, я не знаю, ребята, сможем ли мы сейчас уже поспать? Давайте попробуем. Опять случайно нажал, но... О, сможем. Так. Конечно, мы еще, ребята, толком ничего не прокачали в нашей команде, то есть никого. Манки 17, Кранидус был первым, сейчас 16. Но все же хотя бы начали немного прокачивать. Так. Это такая команда, не очень прям сильная. О, сейчас не заспаунился Кьогр. Не знаю почему. Как-то знаете, когда что на него придет. Ну, Кранидус, давай, ты уже 16 уровень, уже хотя бы кого-то должен убивать. Если этого убьешь, ну да, прям не с двух ударов, но и тебя не с двух ударов, поэтому нормально. Так, еще раз. Отлично. Еще опыта. Так. Отлично. Ой, да ты ж... Ну, должен ты так был отойти именно в тот момент. Так. Ух, 34-й. Да, да. Больше 25-го нам еще не рекомендовано вообще нападать. Ок. Ой. Так. Сюда. Куча больших уровней как раз тогда, когда мы прокачиваем начальных уровней. Так. Так. И еще раз. И еще раз. Отлично. 16-й. Мяут. Давай. Ой. Да чё ты не попадаешь? Вот. И еще раз. Как раз дай нам 18-й уровень. Как только мы его прокачаем, ну, как минимум к 25-му, тогда уже, в принципе, его не так уж и быстро убивать будут. Мне так кажется. И, в принципе, тогда уже более-менее нормально будет. Мел, давайте еще мелко. Опа, как его... Отлично. Сейчас вот... Отлично. Еще вот этого быстренько. Ну... Там и ликит есть, давайте ликида. Главное не закинуть случайно на Персия на 40 уровня или какой он там. Так, и еще тебя давай. Water Pulse. Так. Дальше, Краби, 17-й как раз. Мы 19-й, поэтому, ребята, ну, в смысле, Крынец 19-й, поэтому даже на Кинглеров еще нету смысла нападать. Так. Даже не 19, а 17 уровень. Поэтому действительно, ребята, просто... Хотя нет. А, я просто я на Вапуриона смотрел. Нет. Кранидус уже у нас, ребята, 20 уровень. Так, отлично. Пиджиотто. Ну, тебя мы тоже сможем убить. Не быстро, но... И не очень долго. Что за хрень? Он убежал. Ох, это твоя атака или что это? Это с ума сойти. О, это еще сильнее. Опа, отлично. Так. Фу, ну, самурод, ты так тут глаза мозолишь. Ну что, попробуем, ребята, электрода убить. Он, ну да, он по идее не должен нас убить, он же электрический. Ух, ну ты прям охрененно напал. Я не знаю, что ты от нас хочешь.
45 уровень. Так, отлично, вылечились. Тогда, ребята, можно на электродах качаться. Они, в принципе, не такие же, ну, как бы против вот этого каменного. Понятно, что не такие сильные. Ух, 34-й. Да. Зря я напал. А вот как качать вот этого Стандлера, ребята, я вообще не в курсе. О, Шани, напишите, пожалуйста, как качать Стандлера, то есть какие атаки ему можно изучать и чем лучше его качать, какими атаками. И, в принципе, какие вообще атаки можно на него изучать. Отлично, так, кто там? Крабби Шайни. Крабби Шайни, ребята, у нас уже есть. Поэтому не будем мы его ловить. Так, Крабби. Иди-ка ты сюда. Дайте, хотя бы мы прокачаем. Ну, хотя бы 25 уровень в этой серии. Ух, 37 электрод. Я, ребята, не знаю, сможем ли мы. Да. Мы бы его смогли, если бы он нас сразу так не убил. Так. Этого убили. Ух, ну да, офигенно на Рапидаша. Хотя Рапидаша мы даже убьем, это же огненный, но если он нас быстрее... Если он нас быстрее не убьет. Отлично, 3000 опыта для Иви. Аурора Бим. Вот так. Фу. 23-й. Дайте нам 25-й и все, хватит. На эту, в этой серии. Так. 20-й Одиш. Ну. Так, дальше. Электробас. Тебя мы уже тоже должны убить, по идее. Да, отлично. Матслаб. Так. Ну что, дайте нам еще один уровень, не хватит. И, в принципе, он уже практически прокачанный. Все, он 25-й, ребята. На этом давайте заканчивать эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забываем, ребята, если наберем 200 лайков, то новая серия выйдет еще сегодня. Подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи, всем пока.